привет! С вами самая молодежная, самая интересная и, конечно, самая полезная программа для студентов настоящих и будущих. В эфире Alma Mater и мы, Анна Аксенова и Михаил Коробицкий. Поехали! Что такое полоса препятствий с элементами психологического воздействия? Наши журналисты прошли ее вместе с курсантами Высшего колледжа МВД. Что ест студент, если нет денег? Грызет гранит науки или идет в гости? На гастрономические вопросы отвечают сами студенты. Продолжение темы. Что можно приготовить в общежитии на общей кухне? Wi-Fi, тренажерный зал и уютная комната – не фантастика, а реальность. Отправляемся в горки. Здесь студенты выращивают форель и планируют обогатить этой элитной рыбой белорусское меню. Все самое интересное о студенческой жизни в программе Alma Mater. Миш, а кем ты мечтал стать в детстве? Если честно, мои мечты менялись каждую неделю. От Дункана Маклауда до директора банка. Эх, я тоже мечтала. Врачом, мультипликатором, писателем. Я уверен, что есть такие профессии, в которые идти стоит только по призванию. Кто неправильно застегнул первую пуговицу, уже не застегнется как следует, сказал Гёте. Во времена Гёте многих профессий еще не было, конечно. Но эти слова можно смело сделать эпиграфом к нашему первому сюжету. Могилевский государственный высший колледж милиции. На экране прямо сейчас. Вот так выглядит полоса препятствий с элементами психологического воздействия. Через это проходит каждый курсант Могилевского высшего колледжа МВД. Все обучающие программы разработаны здесь же и не имеют аналогов. Никогда не знаешь, откуда ждать очередной подвох. Условия максимально приближены к реальности. Мне нужно было найти правонарушителя. После того, как я его нашел, нужно было обезвредить его и задержать. Вот. Ну, а далее на интерактивной доске был человек, который как бы атаковал меня. Я должен был уходить от линии удара, уходить от атаки и делать ответные какие-то действия. Андрей продолжает семейную династию. В милиции служит его отец. Была с детства тяга вот к этому, к выправке, дисциплинированности, к помощи людям, к доброте. И, наверное, это именно то учебное заведение, которое способствует реализации полностью моего потенциала, моего доброго, чистого сердца. Мастерство стрельбы курсанты оттачивают в интерактивном тире. Важно не только попасть по движущейся мишени, но и избрать верную тактику. Но прежде – теория. Как и обычные студенты вузов, курсанты сидят за партами, штудируют учебники по криминалистике. Это ситуационно-оперативная карта, на которой обозначены место дислокации нарядов в системе единой дислокации по городу Могилеву. То есть пешие маршруты, обозначенные знаками, автопатрули и опорные пункты милиции, Могилевский высший колледж, управление внутренних дел и различные подразделения, которые входят в систему Министерства внутренних дел. Стрельба, рукопашный бой, психологическое давление. Как бы не заработать профдеформацию? Советы от бывалых. Нужно найти для себя то, что позволит реально отвлекаться от работы. А вы как отвлекаетесь? Ну, для меня это чтение книг по исторической тематике, лично для меня. А еще с такой профессией важно найти верную боевую подругу, которая поймет, простит и помолчит, если надо. И все же милиционеры романтики. Алексей, например, сделает предложение своей девушке 14 февраля, в День всех влюбленных. Специально для этого повода нашел стихотворение, как бы, да, и это будет защитно уже стихотворение для нее в кафе, как бы, наедине. За более чем полувековую историю колледж МВД прошел путь от обычных курсов до высшего учебного заведения. И, как оказалось, учат здесь не только стрелять и драться. Научили быть мужчиной, научили быть человеком, разбираться в тяжелых жизненных ситуациях. У первокурсников колледжа милиции дисциплина как в армии, в отличие от нас, простых студентов. Общага – это ни мама, ни папа. Ни котлеток, ни супчиков. В животе не урчит по вечерам. Каждая соринка для нас как витаминка, говорят студенты всех стран. Я с тобой не соглашусь. Ну пусть тогда рассудят нас сами студенты.
избыток пищи мешает тонкости ума. Но это точно не про студентов. Хороший студент – сытый студент. Ну что же делать, когда в холодильнике шаром покати, а до стипендии еще далеко? Пойдем на улицы города и узнаем. Скажите, пожалуйста, что ест студент, если нет денег? Роллтон он ест, питается духовной пищей какой-то, кушает конспекты, может, свои. На диету. Можно соседа попросить. Не, ну если живешь в общаге, почему нет? Не знаю, я проблем не знала, жила с мамой. Гранит науки, здрасте. Студент-вегетарианец, это реально? Конечно, я такой. Я хорошо питаюсь, я готовлю, мне готовить хорошо. Что, какое самое фирменное блюдо? Плов, наверное. Чипсы, фастфуд, кола. Когда хочешь есть, спать надо, тогда есть не хочется. Питаточку на ночь попила, нормально. Кстати, есть еще на свете такие общаги, где от запаха просто слюнки текут. Там на ужин плов, лагман и курочка. А на завтрак белорусский кефир с белорусской булочкой. Ты, Аня, наверное, про жизнь студентов-иностранцев. Не совсем. Сейчас и многие белорусские студенты живут не хуже. Едем в горки. Для студента общежитие как предвзятое царство в узком фольклоре. Место знаковое, но не всегда уютное. В Горецкой сельхозакадемии все по-другому. Новое общежитие на 860 мест открылось к дожинкам. Здесь современная мебель, евроинтерьер. Это ко многому обязывает. У Кати и Оли всегда порядок. Ну, у нас всегда порядок. Ну, и бывает иногда бардак. Но редко очень. Живут по 2-3 человека. В комнатах есть даже зеркальные шкафы-купе. Что еще девчонкам для счастья надо? Уютная кухня с посиделками. Ровно нет. Ровно, да. Питаемся нормальной пищей. Гречка, подворон, гречка, манка. Да. Вы можете? По-моему, вы обманываете. Точно есть? Нет. Что вот там? Рис, макароны. Булочки приготовлены. Сейчас, собственно, приготовление. Неужели сами пекли? Нет, дома привезли. Кухня оборудована полностью. Холодильники, плиты, мебель. Раньше студентам такие удобства и не снились. Главное – поддерживать чистоту и порядок. А вот любимое блюдо в Горецком общежитии – это дичь. Курица. Как часто удается? Ну, через день удается. Когда? Вечером, днем? Да, вечером. Днем обычно на занятиях. И потом приходим, делаем. Ну-ка, расскажите мне рецептом, поделитесь. Сначала нужно замариноваться. То есть для этого нужна соль, приправа специальная для курицы и майонез. Нужно нарезать мелкими кусками, потом положить где-то на час, и после этого ее можно жарить. Идем дальше. Здесь у девчонок на столе разносолы. Неужели сами все успевают? Нужно все в жизни успевать. Или от мамы привезли? Мы только с выходных приехали. Да? Сегодня первый день учебы. Мама позаботилась, мама собрала. На сколько маминых припасов хватает? На пару дней, чтобы привезти? Ну, на середину недели, а потом сами готовим. Кухня отличная, все удобно. И здесь тоже готовить любят. Современные студенты ходят друг к другу, гости не с щегунком картошки. Времена не те. Да, мы экспериментируем, делимся опытом, курицу запекаем. Пиццы, пироги, торты печем. Из приятных бонусов в общежитии Wi-Fi и тренажерный зал. Чтобы пирогами не испортить фигуру, желающих позаниматься столько, что тренажерка расписана по часам. Вот бы всем так, скажете вы. И будете совершенно правы. Но хорошее начало положено. Остается стремиться к тому, чтобы все наши общежития становились чистыми и уютными. И многое зависит именно от нас, студентов. Замечательный город Горки. Предлагаю остаться здесь еще ненадолго. Еще на один сюжет. Обычно мы рассказываем о студенческой жизни. А сейчас расскажем о преподавательской. Экскурсию по рыбному хозяйству Горецкой сельхозакадемии с нами проводит Николай Барулин. Несмотря на молодость, уже кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.
и в науку попал не случайно. В детстве я очень интересовался биологией, особенно биологией водных животных, рыб и так далее. У меня мама закончила биофак Белорусского государственного университета, но это, скажем, определило в выборе профессии. Увлечение аквариумистикой переросло в профессию. Основную специальность Николай Валерьевич получил в Беларуси. А потом была стажировка в Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. Так родилась идея создания на базе БГСХ водно-индустриального комплекса для выращивания лососевых видов рыб с использованием установок замкнутого водоснабжения. Этот комплекс абсолютно не отстает от зарубежных. Недавно в рамках международного проекта мы принимали делегацию из Датского технического университета. По их оценке мы обладаем одной из самых лучших баз для подготовки специалистов в области аквакультуры и рыбоводства. Комплекс состоит из 4 различных модулей по инкубированию. Здесь выращивают радужную форель, сига, осетра. В ближайшем будущем завкафедры ихтиологии и рыбоводства планируют расширить свое детище. Основной глобальный проект – это строительство рыбоводного индустриального комплекса по выращиванию именно воспроизводителей рыб для получения собственной икры. Студенты зооинженерного факультета БГСХ получают 2 специальности. Одна из них – промышленное рыбоводство. О важности и востребованности таких специалистов можно даже не говорить. Они очень нужны как белорусской науке, так и в производственной сфере. Здесь я могу заниматься наукой, учебой. Мне это очень интересно. На нашем рыбопитомнике я могу заниматься практикой, что дает мне опыт. Ну, как бы в дальнейшем я хочу связать свою жизнь с рыбоводством, но именно в науке. Наши студенты, будущие специалисты, уверены, если очень постараться, вкусная и недорогая рыба вполне может занять почетное место и в нашем белорусском меню. Мы все вечные студенты одного вуза под названием «Жизнь», в котором заочного отделения нет. Миша, мне казалось, что ты и философия – вещи абсолютно несовместимые. Впечатлил до глубины души. Специально подбирал, чтобы эффектно завершить передачу. Действительно, программа подошла к концу, но точку мы не ставим. Ставим многоточие, потому что встретимся ровно через 2 недели. Всем удачи и до новых встреч! Bye.